Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Джек Шепард, и мы продолжаем проходить Сталкер Тень Чернобыля. А мы с вами пробрались вот через дерево к базе военных. И сейчас попробуем украсть у них кейс с документами, который нам так нужен. Что за так точно было? Почему он так резко сказал? Куда он идет? Так, лучше подождать. Так точно. Блин, не вижу, ходит он там, нет? Вот и с ним такие снятся уроды. Ей так через день на ремень. Не дай бог. Лучше на пулю нарваться. А чё? Наверху ты сейчас греться. Да. Да. Они нашли. Да. Раз. Да. Не надо. Как он... Окей. А я всегда знал, что в сталкере кривой стелс и что его почти там нет, но... Чтобы человек за 10 метров услышал во сне кого-то, кто крадется за забором, я не знаю. Это выше моего понимания. То есть он все равно сюда идет. Тут что? А тут есть только на дороге идти. Нет, 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 нам надо тут. О, он уходит. Как он меня увидел? Кому на? Кому не с места? Вы дебилы что ли все, ну? Хрен ли ты по мне стреляешь, гад? Это, я не знаю, как это сделать. Это самая упоротая механика в мире. Мне бы же хотя бы туда за забор-то пробраться. Втихую. Ну тут сейчас патрульный пойдет, да? Ну да. Причем он никому не сказал, что там я кого-то заметил или типа ребята, здесь какой-то мужик левый. А просто сразу начинает работать тревога. Как? По какому принципу вообще это работает? Я не знаю. Так, давайте запись приостановлю. Как только я переберусь таки через забор, меня никто не заметит, мы продолжим. Итак, я внутри таки. Ага. Охранник пошел сюда направо. Все ребята спят вроде бы. Да-да, вон он уходит. Надо, видимо, подождать, пока он совсем уйдет. Тихо-тихо. А куда ты пойдешь потом? Кое-что же не лагерь, провальное задание. Так, я думаю, что можно сохраниться и выдвигаться. Тихо, тихо, тихо. Не надо. А контролер ему. Не надо.
А как обратно-то я вылезу? Вот о чем я не подумал. Кто? Ну кто, ну? Может быть, ты был, или я не знаю. Это действительно странно. Ну да. Когда я сохранялся, они стояли, смотрели в другую сторону. Давайте за стеной сохранимся. Все, они уселись. Так, добрались, сохранимся. А вот что мне как-то рассказали. Заблудился сталкер, идет по лесу, значит, и кричит. Люди! Ау! Эй, кто-нибудь! Тихо. А там здоровенная такая страхолюбная. Не надо! Ой-ой-ой. Надо! Ой-ой-ой. А если я их с глушителем во сне убью, то никто не услышит? Ну да. Почти с одной пули. Ладно, загрузимся. Я просто проверить хотел, но вообще, по идее, это во сне убивать их. Это подло. Ну, конечно. Ты услышал, как я крался с другой стороны здания. Отлично. Или может он услышал, как я коробку ворочил? И уже на этот звук пришел. Ладно, окей. А я не буду вырезать все эти попытки, просто чтобы... Не самому просто... Ну, вот видите, ящики прямо перед нами исполнятся. Мне просто интересно узнать, с какой попытки я все это смогу пройти. При том, что замечат меня вообще непонятно как. Так, сохранимся. Так точно! С ножа, я думаю, их убивать тоже не вариант. Не надо! Так точно! Не надо! Тут телевизор. И на нем сталкер показывает, да? Так точно! С видом от третьего лица бегает. Окей. Спить. Сладких снов. Ладно, спереди спер. Как обратно? Не надо! Не надо! Как через день на ремень. На ремень крайнего нашли, да. Нет. Ну. Ладно. Ладно. Чё? Это чё за сейвы? Почему они стоят? Это... Я не знаю. Супер. Просто, мать его, офигенно. Спасибо, сталкер, за сейф. Запарило уже. Да-да, не с места там все дела. Да бросай уже, ну. Да-да.
Может, когда вы кричите бросьте оружие на землю, стрелять не стоит по человеку, который должен его бросить? Так, возьмем пистолет нормальный и не будем особо тратить патроны на том оружии, которое нам нужно. Давай. Ну-ка, тихо. Тактика, тактика, тактика. Занять позицию получше. Где-то тот же, да, громко говорит это. Ой-ой-ой! Тихо, парень, тихо. Тихо-тихо-тихо. О, я ж чё. Не будь смелей, ну. А я сохранюсь. Какого черта-то, ну? О, да вы там все злые какие-то. Нифига остров. Они просто стоять будут, да? Угу. Не те патроны. И это не те. Идти. Мне кажется, мы с вами уже все поняли, да, что я не брошу оружие на землю. Но они продолжают об этом говорить. Ох ты ее! Придурки. Заткнись. Вроде бы все. Утро наступило. Блин. Ой-ой, не мертвы. Чуть не сказал, военные мертвы все, ага. Дождешься от них. А тут наш патрон уже вроде. Да. Так, давайте осмотримся, что у них тут на базе было.
Давайте найдем сюда упаду. С такой-то победы. Больше ничего нету. Кошка. Так, а наверху был? По-моему, не поднимался еще. А у меня тут ничего нет. А интересно, здесь где-нибудь можно снайперскую винтовку найти? Вон там ножички, например. Вот тебя еще, по-моему, не осмотрел. Ничего, хотя бы открыли. Что у нас тут? И тут у нас ничего. Шеньки. Сзади я тоже думаю, ничего нет. Нам просто как бы конец карт, наверное. Клевые, конечно, военные. Одному человеку проиграли. Но учитывая, что они NPC. Ох, как хорошо, ох, как хорошо. Ну, водки нам, по идее, не надо, потому что у меня эти есть. Ну, вы поняли, да? Только одно разве что выпить за победу. Я не могу двигаться. Так, все ли разрядил я? Да. Что за пистолет? Просто поймаю. Я знаю, что эти были патроны лучше, но и с ними нечего делать. Так, а что еще взял? Все, теперь я могу ходить. А стоп. Или он так и будет висеть, раз я не до конца забрал, да? Давайте возьмем всю лодку. Все, и пошли. Чтобы обратный путь был веселей. Я убил всех военных. Отлично. Так, тихо-тихо, аккуратненько, прямо-прямо идем. Не ковыля. Интересно, они потом тут появятся. По-моему, да, они будут сюда заново приезжать просто. Так что вот. Ну, можно сказать Сидоровичу, что может больше не беспокоиться о том, что не мог на него напасть за то, что я документы взял. Так как они все мертвы. И автомат даже не понадобился. Патронов зато набрали целую кучу. Нормально сходили. Могли, конечно, бы все в стелсе, но вот как, наверное, разработчики задумали, что в стелсе пробраться, забрать документы и в стелсе уйти, но когда я сделал сохранение внутри казармы, почему-то они встали после того, как я его загрузил. Ой, как хорошо. Так, а как долго мы будем так плавать? Хотя, в принципе, после 9 бутылок, я думаю, мы бы вообще на ногах не стояли. Но я определенно куда-то иду. Сейчас Сидорович скажет, ты убил всех военных, бухая ты скотина. А потом нажрался. Что ты вообще за человек? Вернулся? Я в порядке, все нормально. Ох, так, давайте продам стволы. Ага, чуть не продал, блин. Пистолет с глушителем вообще бесполезным оказался. Так, сколько? Неплохо. 1100 рублей. Офигеть. Хороший товар. Так, мне нужны бинты, потому что меня часто ранят. Антирад, наверное, тоже потом пригодится. Бензонаемник. Неплохо. Торговать. Хороший так. Товар. Вот так бы всегда. Задание выполнил. Вот ящик с блокпоста.
Вот молодчага, удружил. Хотя, конечно, спасибом сыт не будешь. Значит, держи 3 или нет? 2000 тугриков, и мы в расчете. Эй, чувак, чувак, ты чё? Кстати, Зольду же ведь пропажу обнаружат обязательно. Тут такой кипиш начнется, так что вали-ка ты отсюда побыстрее на повышенной скорости. Спецзадание есть, нету. Так, метеорит факт медуза, зачистить местность, посещать космические маги. Да нет. Мне сказали, что в Тень Чернобыля дополнительные задания сделаны криво и нафиг не нужны, поэтому. Ну, проветришься, заходи. Окей. Так, теперь-то нам куда нужно отправляться? Это задание все так и висит. Я могу его отменить, кстати. Фамильное ружье, мне сказали, тоже зря я взял, потому что... Так, убить сталкера, убить стрелка. Теперь нужно к бармену документы принести. То есть нам в бар надо. С кордона уходим на свалку. Я могу бегать, да? Просто я думал, что у меня перевес. Заодно он-то ничего какой-то обследуем. По пути, так сказать. Что за звук? Но по идее тут выбросов быть не должно, поэтому... Собаки. Собаки, вы обезумели, собаки. Не-не-не, я не попадусь. Окей. Шило на мыло. Я только что такой же купил и выкинул. Точнее, продал. Перед этим я его покупал. Ой-ой-ой. А, игра только что... Что... Игра только что повисла, и очень так неплохо. Мне, кстати, сказали, что я мог под ЖД-мостом пройти, совершенно спокойно, не убивая бандитов, но... Отдать им взятку и пройти, вы, ребята, вы вообще о чем? Бандитов надо убивать, а не взятки им давать. Ой, убили. О, добрый день, военный. Что тут делать? Прикрой, завалим его. И сюда. Ой, ты не один. Ладно, подожди. Не иди пока сюда. Ну давай быстрее, ну. Перезаряжаются 3 часа, а вот сейчас зачем я перезаряжался? Точность пистолета, как и у меня, на нуле. Все, отъехали. Так, ну с вас-то я лутал, но вот тут вот как-то так в симбиозе таком. Соединились вдвоем, что с вас патроны еле соберешь. Так, а тут я смотрю, что-то появилось новенькое, да? Отлично. Тихо. 3 бутылки и вперед. Наш персонаж алкоголик. И, видимо, вон там на мосту, на этом, есть какой-то тайник. Смогу ли я туда попасть? Давайте попробуем. Честно говоря, я не уверен, но... А нет, сможем спокойно совершенно. Да господи-то. Запрыгни, ну. Тихо.
не хочет почему-то. Возможно, мне отсюда запрыгивать надо, да? О, нет, там страшно. Ага, тут еще страшнее. Так, ладно. Тихо. Я максимально присел. Но я не могу туда пролезть. Вот это вот опасно сейчас. Не-не. Ладно. Ничего не было. Вот сейчас закрылись, а ничего не было. Так, сколько у нас там по времени-то уже? Честно говоря, даже не знаю, сколько я уже снимаю. Блин, как сюда попасть? Не прыгает он? Ну-ка, да что ж ты будешь делать-то, ну? Давай, давай! Это очень глупо. Нет, все, он не хочет прыгать, мне плевать, что там в этом тайнике. Пошел он нафиг. Уходим. В порядке? На кого ты ждешь? Я тебе помогаю, ты мне говоришь, шел бы ты отсюда. Нормально, нет? Окей. Ну не, их так не... Смотрите-ка, да? Вот оно чё. Вот оно что. Тихо. Супер. Идем дальше, еще один тайничок нашли. Опаньки, это что за люк? А что там? А напишите в комментариях, а это вообще как бы пасхалка или что это? Это просто люк. Или он в другой части будет открываться? Потому что вообще первый раз его здесь увидел. Бандиты, которых, по-моему, тоже можно было. А нет, вот этих вроде бы нельзя было, а тех, которые под мостом, можно было подкупить. Так, так, так. Опять что ли бандиты? Я же вас убил всех, ну. Что такое? О, давай, давай, держи, держи. А, это военные, смотри-ка, да? И тут уже осели. По-моему, это у нас с ними было небольшое недопонимание, когда я уничтожил их КПП. Лови пулю, гад! Так, это наш. Получай. Твою. Получай. Ловись,
еще что ли? Ух, мать! Стоп! Не, мой все-таки получше. Но другие я бы осмотрел. А что тут забыли собаки? Вот этот лучше. Отлично. Так, наверху что ли? Что-то спрятано. Ну точно. Опаньки. Крывками. Ну ладно. По этой лесенке можно было бы нормально спуститься. Ну что, ребят, помог я вам? А, ты вообще одиночка. Все вообще плевать на всех. Ладно. Идем тогда на свалку. Так, вот мы на свалке. Я, в принципе, не знаю, сколько идет серия, но думаю, что она уже идет довольно-таки долго, поэтому давайте здесь сейчас завершим. А свалку мы с вами пробежим уже в следующей серии. А и доберемся до бара. Вообще на армейские склады. Вот у парня вот радар, Припять, сама ЧС. Так, ну в общем, ладно, большое спасибо вам за просмотр, ставьте пальцы вверх, комментируйте. С вами был Джек Шепард, и счастливо!